уважаемые жители Левокумского района. Я хочу вас проинформировать, что в инфекционном отделении нашей районной больницы скончалась пациентка, которая проходила лечение с диагнозом двусторонняя пневмония. И впоследствии у нее был определен положительный тест на COVID-19. Стоит отметить, что она страдала при этом хроническими заболеваниями. Я хочу выразить слова скорби и соболезнования родным и близким. Состояние четырех других пациентов нашего инфекционного отделения оценивается как удовлетворительное. Им оказывается необходимая медицинская помощь нашими медработниками. И, пользуясь случаем, я их хочу поблагодарить сегодня за профессионализм и самоотдачу. Они непрерывно в здании инфекционной больницы оказывают медицинскую помощь находящимся там жителям. Здоровья вам, уважаемые медики, и терпения. Дорогие земляки, вы видите, какие серьезные последствия вызывает данная болезнь. И я еще раз прошу вас, берегите себя и своих близких. Оставайтесь дома на самоизоляции.